Формат аудио-слайд-шоу. При всей кажущейся простоте, я бы сказала, что это такой формат, требующий внимательного отношения что к фоторяду, что к аудиоряду. Что он позволяет нам делать? Давайте посмотрим на примере, как это выглядит и чем отличается, например, от видеороликов. I was born in Bangladesh, and my parents came here when I was 8 months old, and I was brought up in London in Barnet. I came here in 1998. Well, when I was doing my A-levels, I was reading about devolution and. То есть у нас есть аудиодорожка, протяженная, смонтированный какой-то рассказ. Это может быть авторский рассказ, это может быть, вот как в данном случае, такой персонализированный, личный интервью, да, фрагмент интервью. Почему аудио выбирается? Потому что аудио передает особенности речи, особенности, возможно, акцентов. Эта персональная история, рассказанная вот от первого лица, она звучит иначе, чем просто журналист рассказывает о жизни того или иного героя. И вот когда мы думаем об аудиоряде, что мы можем показывать в данный момент? Мы можем записать просто стендап, да, мы можем записать видеоинтервью и показать, как человек разговаривает. Но один из выходов – это сделать серию фотографий. Они должны быть атмосферными, они должны быть не банальными, с разной крупностью, с разных ракурсов, которые показывают этого человека, которого мы слышим. Эти фотографии должны показывать этого человека вот в контексте, в той теме, о которой он либо она говорит. И получается, что у нас есть серия фотографий, слайд-шоу, и у нас есть аудиодорожка, которая монтируется, которая взаимодействует с тем, что мы видим. Линейная история, вы не можете просто перелистать и поменять местами фотографии, то есть это формат, который требует от автора продумывания как фотоленты, да, как выстроить слайд-шоу, в каком порядке, так и что перенести в аудиодорожку, как сделать этот рассказ, звуковой рассказ, сделать его интересным.